Добрый вечер, мы в эфире. И сегодня в виртуальной студии Шерстиваля вас приветствуют ведущие Ольга Антропе, директор студии «Шкатулочка». Добрый вечер, дорогие друзья. И Елена Кузнецова, самодивка, директор школы «Войлока» онлайн. Добрый вечер. По традиции проверка связи. Поставьте нам плюсики, если нас хорошо видно и слышно. Ну что, Оль, у нас сегодня уже предпоследний вечер. Время пролетело незаметно. Да, время пролетело как ракета. Дорогие девочки, да, сегодня у нас предпоследний вечер, очень интересный, как и предыдущие вечера. Напомню, что вчера у нас был дебютант Шерстиваля Елена Баймут из Луганска, и мы делали шерстяное плиссе. Очень много откликов мы получили, очень много и сообщений получили, и комментарий. Спасибо огромное за поддержку, за то, что вы смотрите, комментируете, высказываете свое мнение по поводу встреч с тем или иным мастером. Для нас это тоже опыт, это вдохновение, это радость, что мы на правильном пути, двигаемся в правильном пути. И создавая программу Шерстиваля и готовя для вас интересные мастер-классы от наших мастеров. Ну а сегодня мы продолжаем Шерстиваль. И еще у нас есть чем насладиться. Я помню, что как один из наших зрительниц писал, запаслась попкорном и разными вкусняшками, чтобы наблюдать за всем тщательно и получать удовольствие со всех сторон. Ну и сегодня мы продолжаем получать удовольствие. У нас в студии выступает фельдмейкер, автор множества различных технологических приемов, уникальный педагог, который преподает так от души, от сердца, что на живые мастер-классы к ней приезжают даже из других городов. Ночь туда, на мастер-класс, ночь обратно. Это Светлана Фомина, город Москва. Свет, вы в эфире. Да, я хотела просто дополнить, что Светлана Фомина художник, профессиональный художник, и, конечно, сегодня у нас будет масса интересной информации. Немножко технически мы никак не могли со Светой выйти, поэтому картинка отличаться будет от нашей с Олей. Ну вот как есть, давайте примем, потому что вот не получилось у нас сделать лучше, но надеемся, мастер-класс будет видео в отличном качестве. Света, добрый вечер. Добрый вечер всем, меня видно, да? В порядке. А то из-за таких технических сложностей я что-то ничего не понимаю, но, наверное, сегодня это первоапрельская шутка такая. Добрый вечер всем. Всех с настоящей наступившей весной. Конечно, эта весна у нас наступила вот в Москве, наконец, правда, слякотная немножко. У кого-то она уже просто в полном разгаре, но у нас вот только-только. Я хочу представиться тем, кто меня не знает, что я по образованию архитектор, художник, много преподавала в разных мероприятиях, в школах, и вот как бы сейчас занимаюсь валянием уже довольно давно, начиная с 2007 года. Ну, конечно, как все, проходила путь от самых странных изделий до более-менее интересных, скажем так. Ну, художник всегда немножко недоволен собой, сами понимаете. Наверное, можем презентацию, да, включать, Лен? Да, включайте презентацию, мы ее уже видим. Да, мы видим презентацию, все хорошо, Света, пожалуйста. То есть я могу уже дальше листать? И конечно, да. Все видно, да? Да, да, да. Хорошо. Последнее время я для себя выбрала такую тему, которая... Я вот такая любимая, она прямо мне на душу ложится. Это тема создания декоров на поверхности и именно создания технологий, которые помогут людям, желающим все-таки рисовать, но
не очень себя уверенно чувствующим, поможет все-таки как-то войти в это творческое ремесло, такое именно создание живописных рисунков. Здесь я не могла выбрать, какую же мне фотографию поставить. Ну, поставила фотографии из разных-разных мест. И благодаря войлоку я могу путешествовать. Вернее, не то, что могу, а хочу путешествовать. Но сейчас мы, наверное, никто практически не может у нас это делать. И благодаря творчеству вот весь мир, он открыт получился. Даже несмотря на наш карантин, ковид, я все равно благодаря интернету общаюсь с разными людьми, знакомлюсь с новыми мастерами, очень интересными людьми. Ну, здесь вот фотографии, я в разных местах была, это такое маленькое воспоминание сейчас, уже больше года никуда не ездим, все мастер-классы на выезде, они все не получаются их организовать, сами знаете почему. Ну, вот здесь вот я и в Киеве, и на Дальнем Востоке, и на Алтае, и знаю очень много отличных мастеров, и я счастлива, что я могу с ними общаться, знакомлюсь лично. Очень смешная история была, когда я ехала в Киев, и меня на таможне стали спрашивать, а куда вы, к кому вы едете? Я ехала на мастер-классы к девочкам, с которыми давно общались, Олечка Левченко, Тамара в Одессе. Вот, в общем, как бы объясняют таможеннику, что я еду к подругам. Он меня начинает спрашивать, давно вы ли видели ваших подруг? Когда вы с ними последний раз общались? А я говорю, никогда не видела еще. Он говорит, а как же так вы говорите подруге? А мы общаемся в интернете. Он был очень удивлен, говорит, как же так можно? И вы их называете подругами. Ну и я хотела пару слов сказать о том, что я очень благодарна тем людям, которые вокруг меня. Каждый художник, он, наверное, когда-то испытывает какой-то творческий кризис, какие-то сложности. И вот меня выручают, спасают вот мои ученики, мои соратники творческие. Я не скажу даже, что ученики просто, именно соратники по ремеслу. И девочки скажут, что я много даже кому там жаловалась на свой творческий кризис, жаловалась в личных сообщениях, в личных общениях. И такую великолепную всегда поддержку от них получаю, что это просто никак невозможно оценить. И из творческого кризиса можно выйти, это точно. Для этого нужно предпринять какие-то усилия. У меня летом тоже такой случился, и я совершенно не могла притронуться даже к войлоку. Но благодаря все-таки вот именно дружеской поддержке мастеров я к нему снова вернулась. В какой-то момент стала готовиться к шерстевалю. А все лето я занималась все равно творчеством. Я занималась принтами, вот здесь вот есть примерчик один маленький, вот очень нравится эта тема, но здесь я совершенно начинающий, абсолютно начинающий человек, я в этой теме только-только делаю первые шаги, а у нас уже, я знаю, есть такие чудесные мастера в этой теме, что только за ними стремиться тянуться. И вот одна из палочек моих таких выручалочек, это была создана группа весной. Мы объединились и сделали группу, которая называется, группа на Фейсбуке, которая называется «Рисуем шерстью волокнами». Группа у нас закрытая, но в ней такие энтузиасты, все люди, жаждущие творчества, жаждущие развиваться дальше. И очень такая интересная группа, которую я просто люблю и обожаю. Немножко было у нас затишье летом, но мы не собираемся расходиться, мы будем продолжать. У нас много-много планов. И мы учились рисовать в этой группе. Мы учились рисовать с самых азов, начиная от первых самых рисунков черно-графитным карандашиком, цветными карандашами, учились видеть свет и тень,
учились видеть цвета, и потом перешли уже к нашим войлочным проектам. Я планирую эту тему дальше развивать обязательно, и обязательно будет еще одна группа. И об этом, конечно, я объявлю немного позже, не сейчас. То есть это тема уже дальнейшего нашего развития. Ну вот моя группа, она меня спасала и выручала. И вот так мы начинали с самых простых рисунков. Причем девочки, которые у нас в группе, ну, мне не дадут соврать, они многие вообще не рисовали. Кто-то говорил, что вообще ничего не получится. Есть у нас и художники в группе, кто умеет рисовать. И очень интересно, что после этого курса некоторые девочки у нас пошли учиться даже живописи, рисунку, участвуют в разных онлайн-марафонах. И, в общем, эта тема их заинтересовала. Некоторые, конечно, хотят продолжать учиться рисовать на войлоке именно, но и таких, которые хотят рисовать красками, карандашами, тоже достаточно много у нас. Здесь вот я представляю сейчас работы некоторых девочек. К сожалению, прошу прощения, что я не могу все работы показать. Работы были самого разного уровня. У кого-то, может быть, немножко не хватило сил, здоровья, чтобы заняться поплотнее вот этой вот нашей темой, но мы будем продолжать это точно. И вот вам для примера некоторое количество работ. Это все рисунки в основном, то, что я сейчас показываю, это итоговые работы, работы на войлоке. Хотя вот Юли Митина вверху работа карандашами сначала, эскиз такой достаточно подробный, и потом уже работы на войлоке. Были разные изделия сделаны от самых маленьких каких-то просто образцов, когда человек просто себя попробовал цветотерапию, понял, как нужно смешивать цвета, как нужно рисовать светотени. А есть и работы, которые прямо уже изделия, такие серьезные достаточно. Ну, я думаю, что девочки, кто занимался, будут это продолжать, надеюсь. И сейчас вот просто... Ой, немножко соскочила. Вверху рядочек такой, я думаю, вам видно. Здесь развитие одной темы. От карандашного наброска эскизного. Второй слайд – это кленовые листья. Второй слайд – это настоящие листья. А третий слайд – это уже раскладка. То есть вот такие талантливые у нас девочки. Лариса Растальна – человек, который вообще не рисует. И, конечно, для нее в какие-то моменты было сложно, но я считаю, что работы, которые она сделала, они просто великолепны. Юля Митина – наш позитив, тоже такие работы у нее яркие, позитивные. Вероника – вот мастер передать реальность. Света Тищенко – она у нас такой, даже не знаю, как сказать, креативщик, позитивная очень. Работы у нее активные, сделанные быстро. Девочки, вот Ольга, Алена тоже чудесные переходы. Я просто кладу... У нас еще, знаете, как мы фотографируем же, ну и многие, кто занимается живописью, знают это, мы фотографируем обязательно этап, когда только раскладка сделана. То есть еще не сваленные картинка, а именно только раскладка. И это, в общем, как бы получается самостоятельная уже самодостаточная работа, которая остается в войлоке, в памяти, в фотографиях. Вот Алена Ларсен, вот как раз у нее в начале, внизу рисунок, который разложен, и вверху уже внизу не сваленный, вверху сваленная работа уже, сваленный рисунок. И, в общем, конечно, фотографировать нужно обязательно. Очень много девочки работ сделали, у кого-то проба пера, кто-то собирается еще дорабатывать свои изделия, но, уверяю вас, они все
фотографии не передают реальности, это уже точно. Майя живописные работы делала. Девочки Ульяна, я не стала изделия выкладывать здесь, но сами листья, вот эта живопись, которая у нее была на листьях, она просто великолепная. Ирина тоже. Вот смотрите, я думаю, что тут как бы даже и... то есть здесь уже даже как бы и не стоит мне вам объяснять долго, потому что все это видно прям вот на картинках, думаю, вы все это видите. Варсик Минасян, великолепные работы. Она живет в Армении, делает прекрасные живописные работы в войлоке. Вера Головкова, ну, тоже думаю, что не нуждается ни в каких комментариях работы ее. Ольга Крайнова, наш тоже позитив. Ее работы яркие, активные. В общем, великолепно. Так, наши мастера. Нурганым тоже. У нее и живопись такая в виде картин. И все это вот мы делали на курсе. Ну, то есть это не значит, что мы прямо делали все жилет и делали какие-то на нем рисунки. Нет, мы... Каждый делали свой проект, я консультировала. Иногда консультаций было настолько много, что у нас под некоторыми постами там тысячи комментариев. И, в общем, мы очень тесно общаемся. Марина Казарина. Здесь эта группа, надо сказать, что она выросла на... как бы выросла из группы по трафаретной живописи. И мы очень много здесь, девочки, применяли трафаретную живопись, именно эту технологию, но и не только. Безусловно, здесь были и другие. Кто-то может рисовать то, что называется а-ля прима, то есть прямо сразу. Вот Ирен, она тоже человек, который может работать, ну, наверное, в самых разных техниках. Великолепные работы. Наталья Шевченко, все работы просто не поддаются описанию. Наташа такой живой, позитивный человек, ну и работы, соответственно, у нее тоже. Она тратит достаточно много времени на создание таких работ, но вы видите, насколько они многодельные и в то же время как великолепно исполнены. Здесь я специально поставила две работы Наташи. Первая работа, это у нас была тема листья, мы рисовали листья в самых разных видах. И вторая тема, это уже был у нас цветочный проект. Мила, ну тоже, я думаю, что все восхитятся. И Мила очень далеко находится от нас, в Австралии. И, в общем, нам расстояние не преграда. Вот ее тоже работы. Мы учились передавать объемы тоже. У нас в группе много очень уроков. Ну вот я немножко про девочек рассказала, про свою чудесную группу. И сейчас я хочу перейти к нашему бесплатному мастер-классу, то есть к нашей теме моего выступления. Это панно «Рыбка-дискус». У меня рыбка, которую я делаю в этом мастер-классе, она такая немножечко мультяшная. А рыба – это вообще удивительная рыба, которая водится в Амазонке, но людьми она культивирована, ну, культивирована, наверное, селекционирована, и это аквариумная рыбка, достаточно большая. Она размером больше, чем ладонь человека. И настолько разнообразная, что просто зависаешь, восхищаешься, и хочется это сделать. Но я не просто хочу вам показать, как сделать эту рыбку. Здесь я в этом мастер-классе показываю, как не бояться класть достаточно много разных материалов на войлок, не бояться класть непсы, нитки и все остальное, не бояться, что они не приваляются. Ну вот, приятного вам просмотра. Хорошо. Девочки, наверное, запускаем это можно... видео, где да, учиться. Одну,
Да, одну секундочку, я хочу предупредить. Видео, ну там оно достаточно большое, красивое, подробное, порядка 40 минут, но это вы уже на основе будете создавать вот эту рыбку. Света сняла этот мастер-класс прямо от самого начала. Вот как она раскладывает основу, это вы получите вот самое начало мастер-класса. Для новичков это важно будет, а для продолжающих вы поймете все сейчас с самого прям начала. Завтра в рассылочке у вас будет и первая часть видео, и вторая. Просто обратите внимание, те, кто подписан на рассылку Шерстивали, получат еще дополнительное видео, которое предваряло вот этот мастер-класс. А сейчас смотрим, если есть вопросы, задаем их. Лена, извините, еще отрисовки рыбы тоже. Да, это мы расскажем то после того, как мастер-класс закончится, что вы там еще получите отрисовочки рыб, которые можете распечатать и сделать. Но это мы сейчас расскажем, давайте смотреть. Смотрим. Раскладку шерстью можно сделать любым способом, какой вам больше нравится. И для картинки основу заложила вискозой. Здесь я использовала вискозу нескольких оттенков. То есть вискоза желтая разных оттенков в первом слое. И вот взяла несколько такие желто-зеленоватым можно оттенком вискоза для первого слоя, и сверху немножко затянуто у меня, немножко поработала зелеными оттенками, потому что я хочу, чтобы рисунок был на таком зеленовато-желтом фоне. Здесь будет у нас рыба. Сейчас я вам покажу, как я здесь немножко поиграла вискозой. Я сделала вот такие вот не очень явные завитки, ну, как бы это завихрение воды, что ли. Да? Где-то лежит вискоза облачками, прям совсем облако, а где-то она лежит прядями, для того, чтобы получилась более интересная фактура. И сейчас мы будем с вами говорить, что же делать с этой работой дальше, как сделать на ней рисунок и как к тонкому войлоку привалять достаточно объемное, достаточно большое количество материала. Ну вот если я даже отделю сейчас вот так вот слой, вот он такой достаточно внушительный, толстый. Но здесь еще будут другие материалы добавлены. На фон смачиваю работу водой. Это у меня обычная вода, можно использовать воду с мылом разведенным сразу, с любым жидким мылом, пожалуйста, которое подходит вашим рукам. Мылить можно как угодно, губкой, руками намыливая, притирать, как хотите, как вам удобно. Сейчас немножко пару слов еще о коварности вискозы. В чем ее коварность? Мы видели сухую раскладку, которую я сделала. И она, в общем-то, зеленая, да, желто-зеленая такая. Сейчас обратите внимание, пожалуйста, вот я сейчас снимаю. Вы видите, проступили такие оранжевые, красноватые пятна. Что это такое? Это просто я положила некоторое количество вискозы такой оранжево-кирпичного цвета. Они в самом-самом нижнем слое. И вот когда вы намочите ваш рисунок, вы видите, что проявляются некоторые цвета, которые в самом первом слое. То есть они как бы верхние слои становятся прозрачными, и нижние становятся видны. То есть их видно только сейчас, пока эта поверхность мокрая. Когда мы ее сваляем, ну, может быть, кое-где какие-то проблески появятся такого рыжего цвета, но они уже мешать совершенно не будут, потому что все-таки основной цвет нам задает верхний фон, верхний слой вискозы. Если сейчас вот в этом состоянии, во влажном, начать машинкой
прорабатывать, то тогда вполне может получиться вариант, что у вас хорошо подваляется верхний слой, и тогда сколько вы не будете класть всяких разных материалов и добавок, у вас будет плохо приваливаться все, и спасет вас в этом случае только добавка шерсти, допустим. Все, теперь я приступлю к работе над самим рисунком. Сам рисунок я буду выкладывать из... Вот здесь в центре. Буду выкладывать его из вискозы и с добавкой остальных разных разнообразных волокон. Для того, чтобы мне прорисовать мою картинку, я возьму или шерсть, или вискозу, и могу прямо вот таким образом рисовать. Я прорисовала рыбку. Прорисовала ее такой вискозой. Это темно-зеленая вискоза. Как я уже говорила, вы можете вырезать такой шаблон блокиратор и просто его вот как бы обвести вот этим контуром и заложить фон. Здесь я буду сейчас дорабатывать эту рыбку. Я буду добавлять где-то более темную, допустим, вискозу, чтобы у меня фон был темнее рыбки. Я, допустим, если я лоб буду делать желтый, и смотрю, чтобы у меня было контрастно, что вот у меня был контраст между основным моим цветом рыбки и фоном. Не забывайте, пожалуйста, про это. Если, допустим, у меня плавники будут более темные к концам, то я могу фон даже такой оставить спокойно, потому что они будут темнее, чем фон. То есть вот разбирайтесь так. Теперь я начну закладывать рыбку основными моими цветами, которые мне нужны. Вот, допустим, я хочу, чтобы лоб рыбки был там, вот такой ярко-желтый. Я начну добавлять желтый цвет вот сюда, начиная от линии, которая здесь есть. Конечно, нужно иметь в виду, что линия выложена вискозой. Да и если выложить ее шерстью на достаточно большом количестве вискозы, она немножко исказится, если это тонко раскладывать. Не забывайте это все поливать и подмыливать, потому что если, когда вы раскладываете, допустим, контур какой-то, и у вас постоянно вот этот вот, вот эти полосочки, вот эти тонкие прядочки вискозы, они прилипают к рукам, но не прилипают к основе. Значит, у вас либо мало влаги, либо мало мыла. Поэтому следите, пожалуйста, за этим. Ну и вот начну добавлять, где я каких хочу оттенков. То есть я как бы выложу, вначале закрашу, скажем так, упрощенное такое понимание, я закрашу весь рисунок разными оттенками вискозы. Ну, какую я хочу рыбку делать? Допустим, она будет там желто-фиолетовая, такая основа будет, с сиреневым немножко. Смотря на картинку, я это буду делать. А после этого уже буду приступать к декоративным таким элементам отдельным. Буду прорисовывать плавнички, я это вам покажу тоже. Прорисовывать глаз. Если вы хотите, чтобы у вас рыбка была такая очень сильно фактурная, можно эту фактуру сделать чисто из вискозы. Для этого вы тогда кладите вискозу достаточно толсто, то есть вот она такая должна быть прям вот активно положенная, вот таким вот образом, прям делайте направление или хотите некую имитацию сделать, допустим, чешуи, то есть вот так можно класть, не обязательно вот в этом направлении. Ну и потом сверху мы будем обязательно добавлять уже какие-то другие материалы. Вот. Продолжаю работу над рисунком рыбы. Я сделала здесь плавники, хвост. Ну, вот тут еще остались плавнички. Я сейчас покажу, как работать с вот этим материалом. Здесь у меня шелк и вискоза. Каким образом делать переход, сейчас покажу. Я сделала такие прожилки на хвосте и плавниках. Это
У меня вот сваленные вот такие вот жгутики из шерсти. Делаю я их очень просто, вот так растягиваю, беру такую прядочку и просто ее сваливаю. Вначале слегка чуть-чуть подваливаю ее вот так сухую, а потом начинаю ее уже валять с мылом. И получаю в итоге вот такие вот жгутики. То, что они будут получаться немножко разной толщины, в общем, это даже и интересно, просто будет более, чуть более живописно. А может быть, это и вообще не будет заметно. Я сделала вот эти плавники темные. Плавнички вот такие вот маленькие, которые вот здесь находятся, они тоже будут темные. А вот этот плавник у рыбки дискуса, вот которую мы с вами как раз и делаем, она имеет вот этот плавник такой прозрачный. Он у нее фактически только вот из прожилочек таких состоит. То есть фон будет такой же, как на всей рыбе, и плюс прожилочки на вот этом плавнике. То есть он не будет такой же фиолетовый, как вот эти все остальные. Здесь будет переход от темного плавника через такой фиолетово-розовый цвет и вот сюда к желтому. Вот она такая будет, такую будет иметь такую окраску. Но вот эти все прожилки, как это назвать, на рыбьем плавнике, да, ну, назовем прожилки пускай, они должны быть не такими яркими и, в общем, не такими назойливыми. Я хочу даже больше, чтобы они читались как некоторые объемы. Поэтому сверху я буду закрывать это вискозой и шелком. Значит, здесь я использовала вот такой шелковый отчес для того, чтобы выложить вот тут вот темную часть плавников. Вот тут темную часть плавников. Значит, я использую вот такой вот отчес. Я его вот сюда вот так раскладывала просто. И с этой стороны сиреневую вискозу. Вот такую. Можно тенсу, можно просто вискозу обычную, как хотите. И сейчас я буду то же самое повторять, но буду закрывать уже сами вот эти прожилки на объемные прожилки на плавниках. Вот так. Если у меня закроется не слишком хорошо вот эта прожилочка белая, это не страшно, просто она будет немного просвечивать. Но она и так немножко пройдет некоторыми волнами, потому что она такая объемная у нас, и вот ее все равно будет видно. Ну, вот так вот я делаю. Закрываю их. Но это вам не значит совершенно, что если я делаю с такого отчеса, то вы должны его где-то искать, если у вас его нет, и без него ничего не получится. Вы точно так же можете использовать вискозу, использовать шелк в топсе. Пожалуйста, любые ваши варианты. Закрываю, значит, сверху вот темной вискозой или темным шелком. И снизу точно так же закрываю, как у меня было на самом рисуночке, на подложке. Я закрываю это вискозой вот такой вот сиреневой вначале. Прям вот так беру. Делаю я все вот это в направлении, как бы в том же направлении, что идут эти прожилки. Благодаря этому у меня где-то, конечно, эта вискоза соскочит, и, в общем, будут прожилки иногда просвечивать. Ну, что, в общем, для меня тоже, для нашей идеи, мне кажется, подходяще вполне. Вот я так вот закрываю все. Если сюда чуть-чуть выступает вискоза, ничего страшного. Можно ее подрезать, можно вот так, если вискоза длинная, вы выдернули прядь. И вы можете взять ножницы
и эту прядочку вот так разрезать, чтобы она была покороче, на две части, и приложить вот так вот, вот сюда. Вот так вот. То есть, чтобы они, эти волокна, были покороче. Так, ну и так далее. Еще я добавлю других оттенков, конечно, не одним сиреневым, не одним темно-синим. Вот у меня такой есть интересный розовый, такой дымчато, какой-то пыльной розы. Вот я его тоже буду добавлять и уже буду этим цветом выходить вот сюда на саму рыбку, на само ее тело. С этих плавничков вот так буду сюда. Вот так. У меня есть еще вот много непсов. Я собираюсь в этой работе использовать достаточно большое количество непсов. Я их буду раскладывать. Сейчас я подвину немножечко картинку, чтобы было видно. Вот так. Я буду их использовать на вот этих завитушках. То есть, ну, назовем так условно это волнами какими-то. Вот. Я хочу, чтобы это какая-то вроде пены получилось. Я буду использовать достаточно много непсов. Обязательно буду белые использовать. Ну, может быть, еще немножко добавлю цветов, которые у меня есть в фоне. То есть добавлю желтый и добавлю зеленый. И сделаю, может быть, тоже из непсов. Скорее всего, сделаю вот такие вот пузырьки, как бы, у рыбки. Такие маленькие, большие всякие. Делаю их тоже из непсов. Пусть они будут такие. Ну, как рыбка дышит. Ну, пусть это будет как, ну, на картинках, что ли, каких-то детских немножко. Но все равно это работа у нас с вами декоративная. Мы здесь не делаем чистую живопись. Так, вот у меня тут где-то виден завиточек вот этот. И вот на нем я сейчас покажу, как я раскладывать буду непсы. Вот таким вот образом. Так. Основное я сказала. Все буду закрывать сейчас. Не буду вам подробно этот процесс показывать, потому что, в общем, основную такую часть я его показала. Сделаю вот эту часть, мордочку, скажем, жабры прорисую. Тоже вы увидите на фотографии и в видео, как это получается. У многих вопрос сразу возникает, вопросы о том, как же все-таки эти непсы будут приваливаться. У нас же здесь с вами лежит очень много вискозы, и уже лежат, то есть как бы уже шерсть будет хуже проходить сквозь них и больше так сопротивляться приваливанию вот этого всего. Что сделать? Вот наша как раз с вами окончательная часть работы над этой рыбой будет посвящена именно тому, как сделать, чтобы это все привалялось. У меня есть такой маленький образец. Здесь, обратите внимание, ничего никуда не отваливается. Войлок тонкий, он даже просвечивает здесь вот наизнанку. Можно видеть отдельные вкрапления светлые. Это непсы, которые просвечивают с этой стороны. То есть войлок очень тонкий, он, конечно, без дырок. И как это сделать, чтобы вот такие вот круглые, кто валял с непсами, да, чтобы вы, наверное, помните, что вот такие вот толстые, вот эти толстые непсы, синтетические нити, вот видите, какой непсы толщины, их очень сложно привалять, и они будут отваливаться, а здесь ничего не отваливается. Видите, оно все на месте, я его могу тереть, носить как угодно. Это пригодно для одежды, такой вариант. И, в общем-то, непсы эти видны. Сверху они не закрыты шерстью, как многие стараются это сделать. Иначе тогда зачем нам класть непсы, чтобы их закрыть потом шерстью?
Вот этот момент я вам покажу в самом конце работы над картинкой вот этой нашей рыбешки дискуса. Сейчас мы сделаем глазик. Сейчас покажу, как делать глаз. Возьму шерсть красную с фиолетовой. Ну, хочется, чтобы цвет у этой рыбки красные глаза. И хочется, чтобы цвет немножко перекликался, не был такой отдельно, прямо вот нигде нету ничего красного. И вдруг будет один красный, чистый. Хочу, чтобы он немножко перекликался все-таки с плавниками, поэтому добавлю немножко сиреневого фиолетового цвета. Ну и черный цвет на зрачок. Надо делать не очень толсто, но и не очень тонко, потому что если вы сделаете слишком толстый слой шерсти, глаз будет такой слишком, может быть, выпуклый. В общем, как бы хорошо в этом случае меру какую-то соблюсти. Сделайте, если очень тонко, то он может просто пропасть, сваляться, исчезнуть почти. То есть может шерсть его скушать. Смотря какая шерсть основы у вас и смотря какой толщины раскладочка. То есть вот делаем не слишком тонко, но и не безумно толсто. То есть он не должен быть прям такой большой и толстой нашлепкой. Вот, я проложила красный цвет. В серединку я стараюсь красного почти не класть, так немножко. То есть в то место, где будет зрачок, красного кладу совсем немного и могу даже вот так вот раздвинуть. Вот. Ну, интереснее будет глаз, если этот зрачок немножко сдвинуть в какую-то сторону, вверх или вниз. Он будет не такой, как бы, явно назойливый такой, не прямо смотрящий. Немножко мы его сдвинем. Ну и вот теперь добавлю сиреневого немного. Вот так хочу сюда. Это у нас не вискоза. Здесь у нас с вами обязательно смешаются оттенки. Смешается красный с сиреневым. И будет такой некий средний цвет. Но я вот решила сиреневый проложить только в верхней части. Ну и вот теперь еще добавлю немножко в зрачок черного. Ну, как я уже говорила, на самом деле вы можете попробовать подправить его, если у вас вдруг что-то получится не так. Он исказится по форме. То есть, когда у вас уже будет все готово полностью, на сваленной работе вы можете подправить его иголочкой. Ну и, конечно, хочется сделать сюда блик такой. Отсвет яркий. Давайте вот прямо положим такую вот непсину сюда. Опа. И сделаем еще дополнительный такой блик. Тут вот двойной. Что делать с окантовочкой глаза? Если вы хотите, чтобы глаз имел такую окантовку, достаточно явную, да, то есть чтобы глаз не был такой бледный, какой-то растекшийся, вот ему хорошо бы сделать такую окантовку. И эту окантовочку тоже делаем из шерсти. То есть не будем делать с вами вискозу. Помните, что вискоза всегда очень сильно искажается при валянии. У нас с вами шерсть лежит тоже на вискозе, поэтому я не исключаю возможности, что шерсть может где-то пойти волной тоже. Ну, поэтому я и говорю, что, может быть, иногда придется где-то что-то подправить. Можно делать верхнюю часть потолще, взять шерсть, а нижнюю часть более тоненьким жгутиком таким проложить. Ну вот, можно сказать, глаз готов. И можно работать дальше. Хотела два слова еще сказать по поводу того, как смешивать вискозу.
Смешивать, я не имею в виду ее смешивать непосредственно в пасме, то есть это можно сделать на кардах, если вам это нужно. Но можно смешивать прямо на своей работе уже. Я возьму один цвет вискозы. Как вы видите, я его так нарываю вот такими маленькими щипками. Получается вот такое облачко. Я его кладу вот так. Оно у меня должно снизу вот это розоватая вискоза. Она должна снизу быть на переходе из плавников на туловище, на тело самой рыбки. Вот я вот так надергиваю это, нащипываю. Кто хочет более внимательно это посмотреть, как это делается, может обратиться к моему каналу на YouTube, и там есть видео, где я очень подробно это все показываю. Вот так. И теперь мне нужно сделать, чтобы у меня был, чтобы здесь у нас с вами был такой переход из одного цвета в другой. Ну, допустим, из этого сиренево-розового в желтый. Я беру такое очень нежное облачко, совсем нежные, такие диффузные края, и кладу его внахлёст на нижний цвет, то есть на розовый вот этот. Вот такое облачко. Еще можно что сделать? Можно взять вот так немножко руками их помять. Это вот мне для рыбки нужно, вот этой нашей с вами. Нужно, чтобы здесь были какие-то такие переходы не совсем плавные, а даже вот пятнышками какими-то. Вот я вот так можно... Это можно вот так помять. Вот. И мы получаем такие более интересные переходы. Плавники у рыбы готовы. Плавники, хвост. Все готово. И сейчас осталось эту рыбу нашу только декорировать. Я взяла тут вот такие блестящие ткани на плавничок. И немножко вот такого вот ткани с пайетками. И у нас получится такой очень нарядный плавник. Я на нем проложу еще из жгутиков темных, проложу прожилочки такие, вот как здесь на. Ой, как здесь на плавниках на больших это сделано. И как раз вот эти шерстяные жгутики, они помогут приваляться вот этой синтетической ткани, которая, в общем, я думаю, будет приваливаться с трудом. И очень интересная у этой рыбки окраска, очень интересные полоски. Конечно, она будет немножко у нас такая стилизованная, но, в общем, похожая на ту самую рыбку, которую мы делаем, рыбку декоративную, тропическую. Сейчас пару слов о нитках, которые можно использовать. Вот это нитки хлопок. Я знаю, что они приваливаются очень неплохо. Есть нитки синтетические. И если вы будете, допустим, какие-то неизвестные вам нитки использовать, вы, пожалуйста, попробуйте на каком-нибудь образце, что ли, их сделать. Может быть, посмотреть, как они приваливаются. Но я вам покажу в конце нашей работы парочку хитростей. И, в общем-то, можно даже спокойненько использовать нитки синтетические. Что я сейчас и сделаю. Тут у меня полоски розовые. Розовые — это бамбуковая ниточка. И вот такая вот, это абсолютно чистая синтетика. Я тоже из нее сделаю декор. Также выложу декоративными полосочками. Они у рыбки немножко заходят на плавник. Сюда. Вот так вот раскладываем. С расстояницем, конечно, обязательно. Ни в коем случае не кладите прям нитки плотно-плотно, иначе вам будет сложно это все свалять потом. Возьму вот другие немножко нитки оранжевые, немного другого состава, другого вида.
Ну, тоже возьму оранжевые. То есть у меня здесь сочетание розовых, оранжевых, вот таких вот разных ниточек. Да, здесь вот хотела сказать, что внизу я взяла нитки немножко другого оттенка, потому что здесь как бы такая легкая тень, затенение у рыбки. Но можно, если у вас нету более темных ниток, допустим, в какую-то нижнюю часть, вы можете взять нитки какие-то более-менее светлые, но подходящие по цвету, и сверху немножко-немножко пушисто растянуть вискозу. Сейчас я вам это покажу. Вот у меня темная вискоза такая, и я хочу слегка вот эту нитку, чтобы она у меня не была такая яркая, и я ее вот так вот прикрою. То есть можно вот это вам сделать. Вот прямо совсем такой вот нежный, пушистый вискозы таким облачком, вот таким вот прямо очень нежненьким, и эта нитка будет выглядеть более темной, безусловно. То есть таким образом вы можете в каком-то месте еще больше что-то потемнить, таким образом вы можете вот выходить из ситуации, когда у вас не хватает нужных оттенков. Точно так же можно поступить здесь. Допустим, вам кажется, что эта нитка слишком, допустим, яркая для этого проекта, тогда вы можете взять, ну, допустим, желтую, я вот в данном случае вискозу, точно так же растяну ее пушисто и проложу вот на эту ниточку. И одновременно вот эта вискоза, которую вы сюда проложите, она будет эту нитку неплохо сдерживать и позволит ей легко приваляться. Вот такая вот наша работа здесь будет. И плюс я добавлю еще сюда точечек таких декоративных. Я их положу из непсов. Я вот тут отобрала кругленькие непсы. Мне не нужны для этого проекта какие-то такие колбасками, что ли, непсы. И здесь вот у нас с вами лучше подойдут вот такие. Немножко я тут поработаю еще с верхней губой и нижней. Я немножко тут добавлю ей губки. Сейчас. Вот так. Потому что здесь не хватает верхней. Тут немножко абрис, наверное, нужен все-таки. Вот так. Губастенькая рыбка получилась. Ну, в общем, я продолжаю работать с ниточками. Вот такая рыбка у нас получается. Теперь давайте говорить о том, как можно вот это все количество материалов, которые, ну, непонятно, то ли приваляется, то ли нет. А про непсы можно сказать, что у многих они очень плохо приваливаются. Мне очень часто задают вопросы про то, как непсы привалять их. И, в общем, я сейчас покажу несколько способов, несколько вариантов, что можно сделать, чтобы ваши материалы точно привалялись. Давайте поговорим о способах, как это можно закрепить. Многие берут и сверху эти непсы закрывают шерстью. Я вам не советую закрывать шерстью, потому что, как говорится, зачем тогда класть непсы, чтобы их потом закрыть шерстью? Они теряют свои декоративные качества, их уже не так хорошо видно. В общем, они так смазываются, и меньше эффекта получается. Единственное, что можно, допустим, взять шерсть, ну, просто вот такой вот тончайшей прям паутинкой, вот еле заметной, такой прям вот, ну, совсем просто. Не знаю, как вам даже показать это, вот она просто, ну, совершенно невесомая вот эта паутинка. И вот такой паутинкой закрыть сверху. Это можно сделать. Это не закроет непсы. Но уже сдержит их на месте и позволит им легче приваляться. Это вот вариант с шерстью. Ну,
шерсть мне не очень нравится, поэтому я предпочитаю другие способы. Один из таких простых способов, которые многие применяют, ну и просто я его упомяну. Так же, как мы растягивали шерсть такой нежнейшей, тончайшей паутинкой, можно точно так же растянуть, ну просто невидимой, невесомой паутинкой вискозу и положить ее на нитки, непсы и какие-то ткани, которые еще, ну, то есть непонятно, вот эта синтетика, непонятно, как она привалялась. То есть вы еще этого не знаете. То есть делать вот таким образом. Лучше всего цвет вискозы подбирать под цвет фона. Иногда бывает красиво, когда берешь какой-то контрастный цвет. Какой-то контрастный цвет, пушистый, пушистое такое облачко, кладешь его на вот эти непсы, оно такой паутинкой ложится, очень красиво тоже бывает эффектно. Есть еще один способ, который мне нравится, который я часто тоже использую. Это вот такие волокна сари, вот такие вот прям тончайшие шелковые вискозные ниточки, вот прям вот. Вот просто какая-то невероятно невесомая паутинка. Вот мы их можем так вытаскивать и тоже класть их, прямо растягивая вот так вот паутиночкой на всю поверхность. Ну, они еще добавляют эффекта. Если они имеют какой-то контрастный оттенок, другой оттенок, они добавляют эффектов. То есть они так создают интересную еще поверхность ко всему прочему. Ну и плюс очень-очень хорошо сдерживают, прекрасно сдерживают на месте наши все материалы. Для того, чтобы материалы легко привалялись, их нужно всего-навсего удержать на месте в то время, когда вы начинаете валяние. И еще один способ, который я покажу, и этот способ мне очень нравится, я его часто применяю. Я беру шелковые платочки. Платочки Мавата, вот такие вот. Это растянутые коконы шелкопряда. Я отделяю один платочек, вот тут вот на краю можно найти такое ребро, найти один платочек. И вот этот краешек я тяну и отделяю вот такой прямо тончайший-тончайший платочек. Значит, для такой работы, как у нас с вами, можно использовать зеленую. Я думаю, или вот такой желтый. Конечно, его лучше растягивать вместе с помощником каким-нибудь. Брать его в одиночку растягивать достаточно сложно. Вот. Но это тоже возможно. Я могу растягивать его очень сильно вот так вот и кусочками просто закрывать вот эту поверхность. Ну, давайте мы сейчас вот с помощницей моей растянем. Держись за край, за этот край. Вот смотрите, мы берем вот так вот. Вот так вот растягиваем, тянем себя. Вот так вот, вот так. Вот обратите внимание, какая прям вот, ну, тончайшая, прямо нежнейшая паутинка. Я не знаю, вы ее увидите. Вот тут мы пошевелим немножко. Вы увидите, она вот так шевелится. И мы ее кладем так, чтобы она вышла немножечко за край. Вот здесь вот. Клади, отпускай. Можно вот тут прижать сразу к мокрому. Или прижать, если трудно, можно просто сбрызнуть. Когда прижимаешь, может получиться, что вы просто потянете за собой это все. И вот обратите внимание, я делаю так, чтобы контур, край этого платочка оказался снаружи. И потом его просто-напросто, когда слегка уже подваляю, машинкой вот так пройдусь по всему, по всей поверхности, я его просто-напросто обрежу. Если где-то образовались какие-то утолщения, их можно прямо взять вот так вот рукой, вот так вот, и просто вот растянуть. Вот я не хочу, чтобы у меня была сильная паутина, закрывала мою вот эту рыбу всю прямо вот паутиной такой серьезной, да, и чтобы не закрывала плавники очень сильно. Я вот так вот подтягиваю, то есть вы можете подтянуть. Ну и дальше, в общем, поступаем с этой картинкой обыкновенно, как и с любой другой
работает, то есть мы проходим все машинкой виброшлифовальной, приваливаем хорошо и после этого валяем. Если вы хотите, чтобы ваши фактуры были объемными, вы тогда валяете это все активно, объемно, то есть как бы вымешивая слегка. Если вы хотите, чтобы картинка была не такая рельефная, не с таким большим количеством фактур, вы ее просто можете покатать хорошенечко. Ну вот все непсы наши с вами окажутся на месте. Вот я даже вот сейчас как бы двигаю, я чувствую, что их там что-то сдерживает, паутиночки наши тонкие. Если у вас слишком много здесь лежит непсов, вы можете прямо взять кусочками, допустим, желтую или зеленоватую мавату, вот эти платочки, и растянуть кусочками небольшими. То есть вы можете, допустим, вот так брать кусочек, его отрезать от платочка ножницами, вот так, и очень-очень сильно растягивая в одиночку, это можно тоже закрыть. Вот так вот прям очень сильно потянуть. Если у вас эти платочки прилипают очень сильно к рукам, цепляются, вы можете это делать в перчатках. Вот так вот. То есть я могу сама, там, где мне нужно, это прикрыть. Вот так в одиночку. Ну, здесь зеленые добавит тоже как каких-то таких интересных оттенков в эту рыбу. То есть можно это делать и вот так в одиночку. Ну все, можно дальше рыбу валять. И вы увидите на фотографии, что у меня получилось. И буду ждать ваших работ. Очень интересно, какие у вас получатся рисунки по отрисовочкам, которые будут приложены к этому мастер-классу. Завершилось видео. Спасибо большое, Света. Можете продолжить презентацию, потому что Света хотела еще показать вам кое-какие тонкости по этой рыбке. Света, вам слово. Да, девочки. У меня есть такая тут шпаргалочка-напоминалочка маленькая, как бы подытожить мастер-класс, такой подвести итог. Что нужно сделать, чтобы привалялись непсы, слапсы, вискоза? Вот спрашивали часто про плавничок, который из искусственной органзы, из такого старого советского платочка. Значит, нужно первый вариант, это вы раскладываете тончайшей паутиночкой, еле заметные, тонко-тонко-тонко-тонко шерсть, шелк, вискозу, или можно использовать тонкие нити сари, которыми просто они придадут фактуру, вы просто закрываете непсы и другие материалы, и они придают еще фактуру и помогают этим всем материалам, этим элементам удерживаться на месте. Потому что самое главное при приваливании их, это удержать их на месте в самые первые минуты, пока вы прорабатываете всю поверхность машинкой. Ну и второй способ, который мне очень нравится и который я чаще всего использую, это вот именно платочек из платочков мавата, то есть из растянутые из кокона шелкопряда, вы растягиваете тонкой паутинкой, и все это сдерживает на месте. Если у вас, допустим, достаточно материалов, достаточно шерсти на основе, ну, не совсем тонкий войлок, а материалов, в общем, как бы не так много сверху кладется, то есть вискоза и шелка, нити и ткани, то можно использовать технику валяния, которая позволит легко привалять, то есть это не агрессивная техника, это в основном притирка и машинка идет, и после этого катание, причем обязательно закручивайте катание в рулоне, закручивайте рулон вовнутрь декором,
И ни в коем случае не пробуйте, не пробуйте, не приподнимайте ниточки, непсы. Вы можете их подвигать рукой, но не приподнимать их. Так, еще вот как раз у меня тут такой образечек. Здесь очень крупно видно, как, сколько здесь материалов. Здесь, уверяю вас, тончайший-тончайший слой шерсти, на котором лежат эти материалы. Он настолько тонкий, что эти материалы иногда с другой стороны просвечиваются. И вот здесь как раз растянуты платочки Мавата сверху, шелковые платочки, и, в общем, все эти материалы держатся, даже специально положенные крупные-крупные непсы. Здесь вблизи как раз такое фотографии, где видно очень хорошо, как привалялись непсы. Ну и вам будет видно, в общем-то, видно наверняка, что здесь не слишком заметно, ну, практически вообще незаметно, что сверху лежит шелковый платочек, растянутый в паутинку. Но, уверяю вас, он здесь есть, это точно. Вот вблизи здесь как раз плавники, верхний и нижний, и нитки, которые привалены к рыбе, к самой. Нитки здесь я не выбирала шерстяные, тут и есть и хлопок, и синтетика, и нити сари, и вообще не знаю, что, в общем, что попалось по фактуре, понравилось. Все они на месте. Здесь вблизи глаз, и видно, что кусочек ткани с пайетками мелкими, сеточка с пайетками пришита сверху, она достаточно неплохо приваляла. Нет, я попрошу сейчас техническую группу презентацию показывать, да, потому что не все видят рыбок. Ага, продолжайте, Свет. Не видно, да? Мне повторить, может быть, там показать? Ну, а можете вернуться на один слайд назад. Да, ну, достаточно. Давайте я вот так вот вернусь. Просто здесь очень крупно видно. Да, крупно видно все, как материалы эти привалялись. Хотела бы сказать еще один важный момент. Я сейчас в последнее время старалась валять все-таки мылом, не всякими моющими средствами, потому что посмотрела на свои руки и ужаснулась, потому что моющие всякие средства, они вымывают жир не только с посуды, но и из-под кожи человека, из кожи человека. Вот. Но надо сказать, что не всегда мыло очень хорошо приваливает всякие разные, большое количество материалов. Поэтому я надеваю перчаточки и первый этап могу проводить с какими-то более жесткими средствами. Вот здесь, кстати, на глазке этой рыбы такой достаточно толстая непсина, которая, в общем, хорошо держится. И еще один рисуночек, который был в качестве эксперимента сделан. Здесь, знаете, лилия разложена шелковым очесом. Вопрос возникал, это не обязательно использовать его. Можно использовать и шелк или вискозу обычную. А фон здесь выложен только непсами. Ничего кроме непсов здесь нету. Ну и точно так же растянут сверху платочек Мавата. Вот такая получилась лилия, достаточно объемная. Мне кажется, девочки, наверное, покажут ее, какая она получилась. Ну и вот вернуться к нашим рыбкам-дискусам. Я думаю, что они вас вдохновят на какие-то работы, поскольку они настолько интересны, они такие разноцветные, и у каждой, наверное, свой рисунок. Это, наверное, как отпечатки пальцев. Они прям вот совершенно все разноцветный и разный рисунок, и крапинки, которые можно сделать из непсов, и полосочки из ниток, в общем. Свет, спасибо, в общем, большое. Да, вдохновляющее. Большое. Я хочу попросить Олю показать и рыбку, и ту лилию, в которую, хотела сказать, Оля, сейчас одета, которая надета на Олю. Давайте я начну с рыбки. Я ее покажу максимально близко, насколько это возможно. Вот, привстану так.
Как вам видно? Видно, видно. Вот этот маленький плавничок из искусственной органзы. Несколько вопросов было в чате. В принципе, конечно, все понятно, вот, но, конечно, вот рыбка такой замечательная. Тонюсенький. Оль, ну и теперь лилию. Да, давайте теперь покажу лилию. Вот этот лилия. Я этот образец пришила такой аппликацией на футболку. И ну, постараюсь вам показать, насколько это возможно. Это непсы. Да, действительно, они так крепко привалены. И да, создается такая вот пупырчатость какая-то непонятная, такие точечки. И у меня еще есть вот этот образец, который Света показывала. С крупными фактурными непсами. Да. Вот он такой. И то, что Света говорила, что он тонкий, и даже материалы иногда наизнанку могут просвечиваться. Вот, надеюсь, вам видно, что некоторые действительно просочились. Ну, примерно да. Так. Да, спасибо большое. Я хочу сказать, что завтра в рассылочке, да, мы вам пришлем и видео, и первую часть подготовительную видео, и рисунки. Рисунки рыбки, которые вы можете распечатать под распечаточку и создать свою рыбку. Правда, кто-то пошел к аквариуму выбирать свою рыбку и будет рисовать свою, Свет. Вы вдохновили. Лена, у нас в эфире спрашивали, а что за палантин на тебе такой? Да, когда начался эфир, первая картинка, да, несколько вопросов было, что за палантин на мне. Свет, ну, давайте не будем томить и расскажем, это палантин Светы Фоминой, да, и это палантин из нового курса, который Света специально для Шерстиваля подготовила, он называется «Климт Плюс». Почему Климт Плюс и о чем этот курс, вот Светлана сейчас нам расскажет. Свет, пожалуйста. Спасибо. Да, действительно, Климт Плюс. Да, действительно, Климт Плюс, потому что здесь не только Климт. Кто такой Климт? Я видела, девочки спрашивали. Кто-то, может быть, не знает. Это, ну, скажем так, великий, действительно великий художник австрийский, который рисовал очень в красивой декоративной манере. Он был великолепный живописец, великолепный художник. Кому будет интересно, можно будет почитать про него. Я думаю, что вы не пожалеете. Посмотреть фильмы тоже есть про него снятые. И в моем курсе входят три теоретических урока. Есть, где я рассказываю и очень подробно разбираю его орнаментацию, то есть его орнаменты, его живопись, его приемы живописные. Рассказываю немножко о нем и о его увлечениях, о его творчестве. И как бы мы анализируем там в этих уроках, какие же элементы он использовал. Он непревзойденный мастер такого декоративного стиля. Он использовал очень много золота, сусальное золото, такой тончайшие лепестки раскатанного золота. Использовал очень много разных, скажем так, драгоценных, полудрагоценных камней, расшивал. Ой, не расшивал, а добавлял, расшить он не мог, это я вам хотела предложить. Можно расшивать ваши изделия, и это будет все тоже в его стиле. Кроме трех теоретических уроков, там еще есть, конечно же, практика, естественно, в курсе. Это 6 практических уроков, где вы подробно все посмотрите, там даже несколько уроков, они в двух видео, в двух частях там, то есть всего входит 13 видео уроков там в этот курс. Я показываю 4 декоративных приема создания Свет, рисунков. Свет, а давайте там, перелистнем да. Слайд, чтобы картинки да. были. Хорошо. Да. Угу.
Да, вот, ну, теоретическая часть, очень много рассказывают там и про Вементы, и про самого Климта, как я сказала, и истории их появления. Я думаю, что вы не пожалеете, послушайте то, что там рассказано, показано. Вот как раз мы решаем, какие приемы он использует. Я рассказываю о том, как упростить рисунок, потому что вы прекрасно понимаете, знаете, что не все в войлоке можно сохранить. То есть как бы не любые формы можно сохранить в войлоке. Когда мы приваливаем какие-то элементы, они могут терять геометрию. И, кстати, для именно стиля Климта это очень, скажем так, приемлемо вполне. То есть на войлок он ложится вообще великолепно. Первый урок – это, конечно, очень подробный разбор материалов. Я там очень много рассказываю про ткани, которые я использую. Здесь очень как бы неограниченный ассортимент тканей, которые можно использовать. Это и натуральные шелка, это может быть маргеланский шелк разного вида, и разреженный газ, и эксельсиор. Это могут быть шифоны разные, это могут быть синтетические тонкие ткани. Главное, чтобы они были такие достаточно разреженные. И даже вот тут вот беленький кусочек, вы видите слева, это вообще флористическая ткань, сеточка такая флористическая, мягкая. Я о ней тоже рассказываю подробно. И рассказываю также о материалах, потому что я тут тоже использую много разных материалов. Я использую нитки самые разнообразные, то есть любимые в последнее время всеми материалы – это самые разные нитки. Фактурные, букле, шерстяные, синтетические и бамбуковые нити. Ну и другие материалы. Хотя, если, допустим, у вас нету таких, как каких-нибудь из этих материалов, это не значит, что вы ничего не сможете сделать, у вас ничего не получится. Просто можно использовать и ограничиться обычной вискозой или шелком, и, соответственно, шерстью и тканями. Эта техника называется текстильный коллаж в войлоке. Очень интересная техника и очень перспективная. Также я показываю, как я делаю сухой префельд, и его делаю либо чистый, либо сразу с волокнами декоративными, с вискозой, с шелком. И сухой префельд, он очень плотный получается, то есть не разваливающийся, и из него можно прямо даже вырезать аппликации. Я не использую приваливание с мылом, машинкой, а вот такой вот прием, который мне очень нравится. Показываю вообще, как придать стабильность этому префельту. Мне очень нравится именно такая раскладка паутинкой или облачками, как сейчас говорят. Значит, она тончайшая, и для меня это как бы модульная раскладка, которую я потом набираю нужное мне количество слоев для того, чтобы сделать нужной толщины войлок. Я показываю подробно, как из него набрать нужную вам толщину, как соединить это в единое полотно или соединить это в раскладку, которую вы можете делать. Допустим, можно и одежду валять таким же способом, используя заготовки префельта тонкого. О тканях, да, я много говорю. Вот в технике текстильный коллаж использую сетки самые разные. Это сетчатые шарфы, которые когда-то покупала на каких-то рынках по бросовым ценам совершенно, там, не знаю, по 100, там, 200 рублей. И наверняка у кого-то в шкафах есть такие завалявшиеся шарфики, платочки, которые можно использовать в этой технике. Главное, чтобы ваши ткани были достаточно разреженными, либо стоит их попробовать изначально, как они ведут себя в валянии. И тут уже
заходил у нас разговор, почему же Климт и вдруг такие голубые палантины. Дело в том, что я назвала свой курс «Климт плюс», потому что здесь не только отталкивалась от Климта, мне просто были интересные и сейчас интересны его декоративные приемы именно. А голубой, потому что Климт рисовал не только золото, и не только золотом. У него, да, у него был золотой период, да, но у него есть и нежно-голубые, сиреневые, фиолетовые и какие-нибудь других трагических цветов. Но мне вот его нежность такая в голубых тонах тоже нравится. То есть можно посмотреть его портреты. Он очень любил писать живописно, и у него хорошо получалось. Шелк, шелковые платья разные. Ну вот поэтому здесь был такой выбор голубого. В уроке «Текстильный коллаж в войлоке» я показываю на примере декора для вот такого большого палантина. Ну, вернее, не то, что для большого. Можно, конечно, сделать и не такой огромный. Он у меня получился очень большой. Он в готовом виде, он 2,40 при ширине 45 или 48 сантиметров, я уже забыла. И была раскладка где-то около 3 метров без хвостиков. Усадка, я бы не сказала, что очень большая, потому что у нас очень много сдерживающих здесь элементов тканей. И можно, конечно, сделать не такой огромный палантин, можно делать буквально 1-2 элемента на одежде, и ваша одежда будет уже или на каком-то другом изделии, ваше изделие уже очень декоративно и привлекательно. Я показываю, как делать тонкую раскладку основы декора на основе с плавными переходами, переходами тонов, такие акварельные разводы. Это я тоже очень подробно в видео показываю. Ну и вот для примера тут вот я продолжала палантин. Понятно, что 3 метра раскладки не могли бы войти в курс. Это было бы слишком много. Но и потом повторяющиеся приемы. И, в общем, я в курсе показываю два рисунка бабочек. И у вас там есть папочка, и в ней все отрисовки. Все бабочки и стрекозы. Ну и вот еще был сделан такой бактус небольшой для эксперимента. Я здесь решала какие-то задачи определенные. И вам советую начать с какой-то небольшой вещи и там использовать один элемент в технике текстильный коллаж. Это не обязательно бабочка, это могут быть цветы, это могут быть птицы, я не знаю, все, что в вашей фантазии будет, все, что придет вам в голову. Вот на Леночке такой этот бактус. И я была поражена, когда Лена прислала фотографию, потому что Лена, она прямо вот женщина с картин Климта, вот это реально именно она, да еще с таким орнаментом ярким, золотым. Климт очень любил писать портреты рыжеволосых женщин, девушек. И вот Лена прямо в стиле Климта. Это супер. Дальше у меня в следующем уроке показан декор сумочки для сумки «Королева моря и океанов» с медузой. Здесь я использую смешанную технику. Здесь у меня специально взяты ткани, которых я сомневалась, приваляются они или нет. То есть при помощи вот этой техники вы приваляете ткани такие достаточно плотные, которые плохо обычно приваливаются. Это раскладочка у меня для плотной раскладки, то есть этот рисунок для плотной раскладки войлока, поэтому здесь сделана сумочка. И я добавила в курс видео,
как свалять эту сумочку. Я валяю на видео не эту сумку конкретную, но там вы подробно весь процесс увидите, как ее свалять до полной готовности и также сформировать ее. Вот эта техника. Тут тоже очень подробный целый урок, большой достаточно, каким образом я это делаю. Много нюансов, и вы приваляете даже капризные ткани какие-то. Вот, видите, у меня как раз взята здесь был вопрос у девочек в чате, что это такое. Это органза, как уже говорили. И вы можете не обязательно такую органзу искать, вы просто можете найти какие-то ткани с люрексом, допустим, взять ткань с пайетками и сделать такую блестящую, яркую какую-то картинку. Но опять же, это не обязательно медузы, это могут быть, ну, не знаю, все, что вам придет в голову, это могут быть ящерицы какие-нибудь, но... Я даже затрудняюсь сейчас быстро назвать весь список, огласить, что это может быть. Я думаю, что у вас фантазия ничуть не меньше моей, и вы придумаете много всего. Мне будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Эта тема, смешанная техника, она как продолжение текстильного коллажа, можно тоже назвать. Немножко здесь я использовала спирали. Такой спирали – это символ жизни у Климта. И вот у меня тут такие спирали, волны, они везде прослеживаются. Можно, конечно, больше орнаментов использовать, можно меньше. То есть как вам придумается. Я включила в мастер-класс технологию переплетение, технику, которую назвала Арлекино, потому что шарфик, который вот на мне надет сейчас, и вот здесь вот на моей дочери, это очень интересная техника двухстороннего войлока. Она достаточно простая, но у нее огромное количество вариаций может быть, и то есть это можно делать с тканью, с префельтом или с вискозной бумагой, с шелковой бумагой, с нитками. Но самое интересное, и что мне больше всего нравится, что в этой технике достаточно легко работать, и она именно имеет двухсторонний эффект. То есть она двухсторонняя, эта техника. Здесь тоже я подробно показываю. Здесь я в курсе не делаю никакое изделие, но подробно показываю всю технологию, как это делается, причем в нескольких вариантах. Вот тут как раз шарфики, и вверху образец был сделан с вискозной бумагой, которым вы видите, что он двусторонний. И эта техника, почему вошла в комплекс мастер-классов по Климту, потому что у Климта на картинах очень часто используются именно квадраты, ромбы, кривые такие ромбы. И можно включить, я показываю, как можно вот эти кусочки, которые вы разложите в этой технике, включить в большой какой-то ваш проект. И еще одна очень приятная, очень интересная техника, которую я просто вот влюбилась и сама делаю теперь таким образом заготовки для проектов войлочных и для плотного войлока, и для очень тонкого войлока. Очень легко все делается. И уверяю вас, что те, кто не умеет рисовать, тоже с этим запросто справятся. И, ну, в общем, показываю на примерах двух рисунков. Ну, как всегда, любимый маг. Я долго выбирала, какую же мне картинку сделать, и не могла пройти мимо мака. Почему-то мне вот его обязательно захотелось показать снова. Может быть, кому-то это надоело, но это как пример просто самого рисунка. И можно сделать в этой технике, понимаете, что все что угодно. Ну и бабочка, павлиний глаз и любую другую можно. В дополнительных материалах, которые я включила в этот курс, в дополнительных папочках, там есть ссылка на мои доски в Pinterest. И там
для вдохновения огромное количество бабочек, медуз и всяких разных полезных орнаментов Климта. И, в общем, я надеюсь, это будет тоже полезно. Здесь вот для того, чтобы понимать, как приваливается рисунок, сделанный вот выше объясненном способе, вот в частности вот этот мак, как он приваливается на тонкий шифон, мне было интересно это увидеть, и возник вот такой солнечный, радостный, может быть, немножко чрезмерно радостный, но шарфик, на который, когда я смотрю, у меня почему-то сразу поднимается настроение, и хочется улыбаться, особенно когда увидела на лени его, и очень-очень он подходит. В курс включена папка, еще в качестве такого дополнительного подарка, что ли. Там достаточно большой, я сейчас даже потерялась, сбилась со счета, сколько там орнаментов отрисовок. Там отрисовки, сделанные мной вручную, и некоторые из них сосканированы с книжек, кое-что взято из интернета, но я... Эти отрисовки, они в увеличенном размере, в масштабе, подходящем именно для валяния. То есть там в стиле модерн и отрисовки по проектам курса. Также там в курс вошла небольшой конспект памятка. Там есть много ссылок на дополнительные видео, на разные ресурсы, сервисы, как делать подборку цвета, где поискать материалы, купить необходимые вам. Ну, в общем, там много всякой полезной информации. И вот то, что я сказала, в курс вошли 13 видео и 5 папок с отрисовками, шаблонами и фотографиями. Это вот все то, что касается курса. И вот эти приемы, которые я показываю на примере палантина или других, их можно использовать на любом войлоке, как я уже сказала, любые композиции создавать. И очень щадящая такая технология. Вы можете, сидя в удобном месте, удобно располагаясь, сделать большое количество необходимых вам заготовок. И после этого, не напрягая спину слишком сильно, это разложить на вашем проекте. Здесь интересная многослойность. Мне очень понравилось то, что получается. И я, конечно, тоже буду продолжать работать в этом направлении обязательно. И вот такая очень-очень, я думаю, привлекательная цена на этот курс специально для шерстиваля. Я думаю, что цена говорит сама за себя, хотя информации в этом курсе огромное количество, и я надеюсь, что эта информация будет для вас полезная. Свет. И еще то, что я хотела бы сказать. Да, 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 Леночка. Вы по этому курсу хотите что-то еще добавить? Да, я хотела добавить по поводу нашего конкурса. Свет, давайте мы сейчас немножко на нас камеру переведет техническая группа, и мы все-таки сейчас покажем эти работы живьем. Оль, покажи, пожалуйста, вот этот палантин, который трехметровый, с невероятными аппликациями, там, не знаю, что там, и бабочки, и стрекозы. Да, он действительно огромный, он действительно невероятный, и я хочу его вам показать поближе, потому что здесь огромное количество различных тканей. Меня очень это впечатлило, при этом он вот такой вот играющий, пластичный, очень тонкий, просвечивается. И здесь вот то, что Света говорит, флористическая сетка. Вот она. Сетка. Видна? Флористическая сетка. Она очень мягенькая. То есть она не создает какую-то жесткую конструкцию. Она очень мягкая. Также здесь, вот не знаю, как видно, сочетание снова флористической сетки и такой искусственной
блестящие органзы. Видно? Да. Так. Еще тут есть ну, различные нитки, эксельсиор, сжатый шифон. Шифон я тут нашла. Такая вот необычная, вот посмотрите, пряжа, видите, она такая с хвостиками, да? Вот такая вот необычная какая-то ткань с огромным количеством пайеточек. Снова волны, да, то есть то, что в стиле Климта. Ну, невероятно огромное количество, но при этом различных тканей, но при этом посмотрите, как это красиво смотрится. То есть сам палантин, он не перегружен, да, то есть казалось бы, что тут всего много, но это действительно в стиле Климта. Оль, и можно теперь сумочку тоже? Она у тебя, и там то, что аппликация на плотном войлоке. Сейчас вот мы видели на тонком войлоке палантине. И вот как выглядит эта сумка, которая вошла в курс. Посмотрите, ничего не съелось. Да, она переливается. Рисунок очень четкий контур. При этом настолько органично входит декор в шерсть, что здесь нет такого, что что-то тут завалено, что-то привалено, а вот прям четкая-четкая граница, но сам элемент декоративный, он аккуратно привален в войлок, то есть он не торчит, его не отшкребешь, не оторвешь, не выковыришь, и вот все эти четкие линии, они прям просматриваются. Видно, что тут вот такая золото немного. Видно, 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 играет очень красиво. Да, Оль, спасибо большое. Я сейчас попрошу переключить теперь полностью на меня камеру. Вот у меня здесь вот висит вот этот бактус, да, он как раз с бабочкой, вот она тоже здесь с пайеточками такая переливается. Как Светлана сказала, ну, начинать лучше как раз с небольших каких-то работ, попробовать, да, и потом можно их использовать. Но больше всего вот меня как, скажем, валяющего мастера поразила, конечно, свет вашей техники вот с этим маком. Вот он здесь у меня на палантине, но я вам сейчас покажу такую штуку интересную, да, вот посмотрите, он прозрачный, здесь шифон и здесь мак. Но этот мак у меня есть вот в таком виде. Вот, посмотрите. Вот, это заготовочка. Мало того, что есть этот мак в курсе, он, Света, делает заготовочку на плотный войлок, допустим, если вы будете делать. А вот такая волшебная бабочка, павлиний глаз, вот посмотрите, да? Это заготовочка для тонкого войлока, который легко очень приваливается к шифону или к какому-то другому материалу. Я, к сожалению, шифона у себя не нашла, но я нашла, вот такая у меня есть органза, черная, да, вот черный там, она прозрачная, она такая прям рыхленькая. И вы представляете, какой это может быть палантин, если вы приваляете вот, ну, на черный фон вот какие-то красивые такие яркие детали, там, ну, не знаю, мак или... То есть это можно любую сделать вещь, то есть, ну, любой рисунок, как Света сказала, по трафарету. Ну, Свет, эта техника, вот она вроде как на поверхности лежала, но мне даже в голову не приходило, как это может легко быть и красиво. Вот низкий поклон, поскольку я курс-то уже посмотрела, в отличие от многих из вас, да, вам еще предстоит, но, девочки, кто уже успел купить и уже кто-то успел до эфира посмотреть, ну вот в комментариях уже пишут, что это восторг, и, конечно, это курс необыкновенно интересный. Поэтому, а это мы показали с Олей только несколько работ, а техник там в этом курсе гораздо, гораздо больше. Так, Света. Света, к сожалению, из-за технического такого у нас, да, качества интернета, она не видит, что мы показываем. Она нас только слышит на ведущих. Вот. Оль, есть какие-то вопросы? Я представляю, что это. Девочки, пока вопросов нет, только одни восторги и восхищение Светой, поэтому предлагаю продолжить. Да, Света хотела просто сказать про конкурс. Сейчас мы объявим этот конкурс или когда Света расскажет нам по предложению еще специальные, кроме этого курса?
Я предлагаю, наверное, рассказать уже тогда сразу, что, потому что этот конкурс относится именно к этому курсу. Да, Свет. Света, расскажите. Да, хорошо. Мы тут с девочками совещались, и я долго думала, и мы решили объявить конкурс среди тех, кто покупает этот новый курс, объявить конкурс с очень интересными призами. Тут уже девочки спрашивали в чате, что за группа по живописи. Я хочу сказать, что группа будет работать, начнет приблизительно месяца через два, может быть, да, ну, это в зависимости, зависит от того мероприятия, на котором она будет объявлена, эта группа. Свет, и эта группа будет платная. Света, да. Слышите меня? Сейчас мы иначе запутаем. К этому курсу есть группа поддержки на Фейсбуке. К курсу своя группа поддержки. И вот все рисунки, все техники вы будете отрабатывать там. Вот, эта группа бесплатная, то есть как вы покупаете курс, и вам приходит ссылочка на присоединение к группе на Фейсбуке. Сейчас Света говорит о конкурсе, который она хочет объявить среди тех, кто приобретет новый курс по Климту. Оль, давай ты условия проговоришь, а потом Света дополнит, чтобы мы не запутали. Да, давайте. Итак, для тех, кто приобретет курс, новый видеокурс Светланы Фоминой под названием «Климт плюс», для этих студентов внутри группы Фейсбука, в группе поддержки этого курса, Светлана объявляет конкурс. Конкурс состоит из следующих условий. Вам необходимо до 15 мая создать работу, изделие в этой технике. Она может быть выполнена полностью или частично, но это должно быть готовое изделие. После этого вы фотографируете это изделие и выкладываете фотографию внутри группы. Эти фотографии, еще раз напомню, что они принимаются до 15 мая. Света собирает фотографии после 15 мая и 19 мая проводит розыгрыш среди тех, кто выполнил эти условия, и разыгрывает 10 мест в новой группе по рисованию живописи, в той новой группе, о которой она сейчас говорит и которую она планирует открыть, ну, примерно ориентировочно через 2 месяца. Будет 10 призов в новую группу по рисованию живописи. В предыдущую группу она добавить уже не может, потому что там прошел уже целый курс, и вы не поймете, о чем идет, какие идут обсуждения. И вот чтобы от нуля до тех работ, которые создали ученицы, и Света их демонстрировала, она создаст новую закрытую платную группу. Но об этом будет информация через 2 месяца. Спасибо большое, Оля. Четко, да, Свет, все Оля рассказала. Если хотите что-то добавить, можете сейчас как раз сказать. Да, Олечка, спасибо. Все четко, все по полочкам, все просто идеально рассказано. Я тут уже начала заблуждаться, путаться в словах, вот, а Оля все четко абсолютно объяснила. Все верно. Группа по обучению рисованию, то есть мы начинаем с нуля, это о том, что я рассказывала в самом начале. Да, к сожалению, группа, которая у нас уже существует, мы уже работали активно 2 месяца, и, в общем, туда, конечно, попасть уже невозможно. Поэтому будет новая группа. И я буду очень ждать ваши работы на конкурс. Это не значит ни в коем случае, что вы должны прямо повторять эти работы, которые сделаны. Нет, ни в коем случае. Вы можете делать с использованием этих отрисовок, трафаретов или своих собственных, все, что придет вам в голову. Но просто в этих техниках. Хорошо. Свет, давайте... Лен, можно ответить на вопрос? Вопрос про палантин? Да?
про палантин, да. Спрашивают, голубой палантин, который на мне, на какой он основе? Он на шерсти. То, что Света рассказывает, что она делает заготовки из шерсти, делает самодельный такой префель. Здесь палантин как раз на шерсти. Свет, давайте закончим презентацию, да, здесь чтобы мы могли в студию к нам вернуться. Продолжаем. И очень хорошее предложение у меня еще есть для вас специально. Это по популярному курсу «Трафаретная живопись», то есть сложный живописный рисунок простым способом. Это курс, который, ну, набрал своих, как сказать, почитателей, и многие работают в этой технике, я вижу. И вот такая привлекательная сейчас специальная цена вместо цены, по которой он обычно продается на ярмарке мастеров, у меня стоит он, и цена 3200 будет. И в этот курс входят также 13 видеоуроков, это случайно получилось, я не специально. Очень подробный конспект и шаблоны отрисовки для рисунков. Там входит рисунок вот такой вот, морозники. И девочки, конечно, многие, кто покупал этот курс, они делают, безусловно, не только морозники, но и любые другие цветы, ну и не только цветы. Эта техника также подходит и для тонкого войлока, и для войлока средней толщины. Для очень плотного войлока, типа сумок и тапочек каких-то, и совсем плотного войлока, техника тоже применима, но там нужно ее сознательно изменить для того, чтобы получился рисунок сам плотным, потому что, ну, там это я тоже объясняю и в группе подскажу это, если что. И такой способ мне вообще очень нравится, я с ним работаю довольно часто. Мне нравится то, что нет необходимости думать о крае, нет необходимости, что в войлоке у нас, знаете, какая сложность, все, наверное, это знают, кто валяет, что рисунок сложно создать из-за того, что у него слишком разбегаются волокна, независимо от того, рисуете ли вы шерстью, шелком или вискозой, они разбегаются, как бы разлетаются. Вы хотите создать четкий край, и у вас это не получается, потому что волокна такие легкие, и они пачкают как бы все то, что вокруг находится. С одной стороны, это хорошо, то есть можно делать акварельные рисунки, но зачастую хочется сделать рисунок четкий. Так вот, для четкого рисунка вот это моя трафаретная техника, отработанная она достаточно подробно. Много отработано, то есть внесено много изменений, об этом мы и в группе говорим. Вот такие вот отрисовки вошли для работы. Немножко примеров, где трафаретная техника использовалась. Ее можно использовать и на палантинах тончайших, вот здесь на шифоне, допустим, рисунки. Это могут быть рисунки на плотном войлоке, типа жилетов, жакетов, тонком войлоке. В общем, ну, фантазия может быть неограничена. Очень много проходило мастер-классов, очных и выездных мастер-классов, где мы делали в этой технике, именно в технике трафарета, самые разные работы. И многие из этих девочек, которые вот тут представлены, работы которых представлены, они совсем не художники, они не рисуют. Причем здесь работы, которые сделаны онлайн, где я точно никак не могу помочь, не приложить свою руку к этому. И некоторые работы, которые сделаны на очных мастер-классах, там я могу уже подсказать. Но, как видите, и сделанные работы онлайн тоже
не отличить их от тех, которые я что-то подправляла. И еще один, кроме первого, это был мастер, господи, это был курс, видеокурс, который я снимала первый, сложный, длительный. И еще один курс был снят по трафаретной живописи. И там дальнейшее развитие этой техники, техники живописного трафарета. Там я показываю несколько самых разных рисунков. Показываю на нескольких рисунках. Они сделаны по разным технологиям, разными трафаретами, разные технологии немножко. Ну, я рассказываю в курсе, где, как и как применять технику, как делать, работать с трафаретами, как их сделать самостоятельно. Ну, в общем, трудно описать, сколько там информации, ее действительно много. И я на 4 примерах показываю, каким образом это все делается, очень подробно. Показываю также и информацию даю про префельты, про материалы, и ну вот простые трафареты, да, вот сейчас как раз, значит, первый, одна из первых работ и первых примеров, это такой простой трафарет, совсем простой трафарет, вы видите здесь простой рисунок, и я показываю на этом же примере, на этом рисунке, на рисунке клевера показываю, как сделать фон, как ее красиво разложить вискозу, потому что эти рисунки на вискозе, и сделаны они тоже вискозой. Показываю, как делать вот такой необычный фон. Фон, как вы видите, с не просто градацией и плавным переходом оттенков, а именно с четким краем. Это тоже все показано. Показываю нюансы, как работать с вискозой. Показываю, как делаются осенние листья, тоже в технике простого трафарета. Ну, можно не только осенние. У меня девочки делали и монстеры, и какие-то другие. Вот, кстати, в курсе как раз то, что вы видели, это при помощи этой техники многие рисунки сделаны. Вот кленовый лист, достаточно сложный лист для исполнения. Не так просто, кто его делал, когда-то пытался подтвердить, что это не совсем просто. Но в этой технике это возможно легко. Есть техника трафарета со вспомогательным рисунком. Я делаю, опять же, тот самый любимый мак. Есть составной трафарет, ну, я назвала его трафарет-пазл. Здесь делаются более сложные цветы, чем мак, хотя мак тоже можно сделать в этой технике. Но вот виола, она имеет 5 лепестков, и, в общем, не всегда просто сделать это, но я показываю, как это достаточно легко добиться контрастности, четкости рисунка. Как свалять, чтобы это все не потерялось. И показываю сложный многоэлементный трафарет и как создать, как нарисовать белую лилию. Но белый цвет всегда вызывает некоторые затруднения. Он либо получается рисунок плоским, если много использовано белого цвета, либо получается слишком пестрый, и уже непонятно, что это белый цветок. И я видела много работ, когда девочки делали лилию именно белую, и она действительно получается белой. Я рассказываю особенности работы с вискозой. Это немножко, ну не немножко, а достаточно прилично. Она отличается от технологии, от техники работы шерстью. Вискозы работают немножко по-другому. И вот это все в курсе очень подробно показано. Там также у меня конспект есть достаточно подробный, и там много практического и теоретического материала по созданию ваших проектов.
И я поддерживаю, конечно, поддерживаю в группе. Многие девушки обращаются ко мне в личку, пишут в мессенджер или в WhatsApp, и я отвечаю там гораздо даже быстрее, чем в группе, потому что у меня сразу высвечивается, что у меня вопросы. Ну, надеюсь, девушки не дадут соврать, я это делаю в качестве, ну, достаточно много. Кто-то, может быть, стесняется в группе показать свою работу и спрашивает в личку, вопросы задает туда. Ну, вот такой маг входит в курс. Вот такая итоговая фотография ириса. Это все на тонком войлоке. Ой, ириса, я сказала, простите, виола. Виола, Анютины глазки. Вот, заговорилась. Хотя ирисы тоже очень люблю, поэтому... Вот белая лилия, которая, в принципе, белая, тоже на тонком войлоке. И сейчас очень-очень приятная цена на него. Он для шерстиваля, в период прохождения шерстиваля, стоит всего 1800 рублей этот курс. Но это еще не все. У меня есть к вам еще очень приятное и очень хорошее предложение. Два курса, полный комплект курсов, два курса, раз, два, сейчас тут четыре, шесть картинок разных, и стоимость комплекта всего 4200. Ну, я думаю, что такие цены, это вот именно для шерстиваля, и я думаю, что я повторять больше такие цены на эти курсы не буду. Это такая последняя распродажа по такой очень вкусной цене. Спасибо. Да, Свет, закрывайте Спасибо. Презентацию. Возвращайтесь к нам в студию, ответим на вопросы. Я Олю попрошу показать вот как раз работы, сделанные по трафаретному. Но буквально две минутки я расскажу, как заказать. Оль, а потом ты покажешь... То есть сами работы. У вас есть баннер под нашим окошком трансляции. Когда вы нажимаете на него, вы переходите вот на страничку вот этих предложений. Вот это два комплекта по трафаретной живописи. Вот кто хочет у Светы девиз, что она рисовать легко и с ней то есть научиться рисовать может любой, даже у кого нет совсем опыта рисования. Ну и вот это новый курс Климт Плюс, когда вы нажимаете, вы переходите на страничку анонса. Вот посмотрите, пожалуйста. Можете всю эту красоту, кто не успел в презентации, посмотреть. Вот, и цена шерстивальная, интернет-версия, как всегда. Вы оплачиваете и сразу получаете ссылочки на в личном кабинете. У вас есть этот курс. Вот, есть там и возможность скачать, есть возможность смотреть. Но поскольку Света там добавляет все время много-много папочек, то есть там есть отдельные видео, а вот на ссылочках на скачивание туда перейдете, там у вас еще много дополнительных рисуночков содержится. Те, кто хочет на флешке заказать, можете выбрать на флешку, мы вам отправим почтой. И те, кстати, кто заказывает версию на флешке, получают и доступ к интернет-версии. Вы можете смотреть и в личном кабинете, но и, соответственно, на флешке тоже. Оль, теперь я хочу, чтобы ты показала вот эти четыре образца из курса по трафаретной живописи, и у тебя есть такой красивый образец из основного курса. Теперь давай, Света нас видит. Да, давай я начну с основного курса. Основного курса. Вот работа выполнена из основного курса у меня есть. Это отдельный мастер-класс. И вот работы выполнены по второму курсу. Это четыре способа создания рисунков. Да, это второй мастер-класс. Вот здесь у меня есть из этого курса маг. Оль, я хочу, чтобы ты показала, насколько они тоненькие. Когда мы представляли в прошлый раз, я протаскивала его через колечко, вот эти образцы. Просто они настолько пластичные, это можно использовать в одежде, в палантинах, в чем угодно.
Ну, у меня колечка нет, я могу только показать вот так вот на просвет, что вот они такие тоненькие. Я могу попробовать сделать вот так вот колечко в руке. Да, Свет, а я пока вопрос задам. Четыре способа создания рисунка в войлоке понятен будет без предыдущего курса по трафаретной живописи? Он самостоятельный курс. Ну да, это самостоятельный курс, просто тут нету такой большой градации живописных переходов, как в первом курсе. В первом курсе я очень-очень подробно это показываю, хотя здесь тоже есть, безусловно. Конечно, самое выгодное предложение – это оба курса, но каждый решает сам для себя, безусловно. То есть можно понять, да. Спасибо. Если у вас уже есть основной курс, вы можете по спеццене купить вот этот дополнительный из вот этих красивых рисунков, которые сейчас Оля вам демонстрировала. Такая возможность есть. Мы предусмотрели различные комбинации. Света, спасибо большое. Ну, у меня особых вопросов-то нет по девочке по курсам. Пишет ученица Светы, Юлия, да-да, Света всегда поможет советом, подскажет, Света прекрасный преподаватель и человек. Да, я тоже смотрю на YouTube, у меня тоже особых вопросов нет, поэтому, Свет, давайте мы сегодня уже у нас эфир такой длинный получился, мы потихонечку будем завершать, но вам дадим слово, чтобы вы сказали что-то нашим зрителям сегодня. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, что вы такой чудесный первоапрельский вечер провели с нами. И я хочу еще раз призвать всех, что не бойтесь сложностей, не бойтесь начинать сложные проекты, все преодолимо. Девочки, которые только начинают, у вас еще столько всего впереди, столько всего интересного. А те, кто уже большие мастера и мастера чуть более скромные, я думаю, что они, ну, я просто вот, знаете, не перестаю удивляться, насколько фантазия у мастеров, насколько она неограниченная, она безмерная просто. Я смотрю этот шерстиваль, который вот у нас сейчас прошел, почти прошел, еще завтра у нас чудесный вечер Оксана с Наташей, и удивляюсь, сколько можно всего нового придумать. Ну, когда мне девочки сказали, что, Света, с тебя новые какие-то технологии, я думала, что все, ну, ничего уже придумать невозможно. Нет ничего, уже все сделано, уже все решено. А смотрю этот шерстиваль и удивляюсь, сколько всего нового. Так что, кто только начинает, у вас еще все впереди. Кто продолжает, не бойтесь фантазировать, не бойтесь тоже пробовать новое, и у вас все получится. Вы сможете рисовать, вы сможете делать объемный войлок, все, что вам придумается, все вам будет по силам. Спасибо большое. Спасибо, Свет, спасибо большое всем за теплые, добрые слова. Мы рады, что вы приняли участие, и да, углубились и сделали такие потрясающие работы в стиле Климт. Ну, а мы будем завершать сегодняшний вечер. И завтра вас снова ждем в том же месте, в тот же час. Да, у нас завершающий вечер шерстиваля. Как правило, да, такие эмоциональные, приятные, любимые мероприятия заканчиваются быстро. Поэтому уже завтра будет завершающий вечер, и завтра нас ждет удивительная история. Мы завтра будем валять и шить, и не просто так, а сумку. И завтра да, у нас красивую сумку с Оксаной Ткаченко и Наташей Кондрашовой. Ну, обязательно присоединяйтесь. Вот, повторю, что сегодняшний эфир вы получите в записи завтра вместе с дополнительным видео по предварительной части подготовки. Там будут, кстати, и материалы Света рассказывает, и размер вот этой рыбки, там вы все посмотрите, и отрисовка рыбки. Все у вас завтра будет на почте. Ну, а кто хочет Климта, ну, вот это, конечно, вот эти...
моменты, Свет, меня просто покорили. Мне когда передали сначала, думаю, это что? Думаю, как это, что это, куда это? А потом посмотрела курс, думаю, боже мой, как просто. Берешь и куда угодно приваливаешь. И рисовать не нужно уметь, и создавать можно просто шедевры. Поэтому смело рекомендую все курсы. Можно, кстати, копировать. Кстати, можно копировать. И вот Лена покажет, что маки очень похожи. То есть эта техника позволяет сделать одинаковые рисунки, если вдруг это нужно. Да, вы можете весь палантин, ну, этот то уже мак увалялся, этот мак еще пока как заготовочка, но выглядят они, да, одинаково, близнецы-братья. Поэтому что хотите, как хотите, творите. Комплект мак может быть на юг. Да, где-то может быть. Комплект может быть с одинаковыми рисунками на палантине, на еще чем-то. Да, детали могут повторяться, могут на каких-то поддерживать друг друга больше, меньше. Да, ну, творите, творите. Мало того, что не бойтесь, был вопрос на YouTube, подходит ли новичкам. Вот подходит, вообще подходит, даже если вы там цвета не различаете, так считаете, что вообще не рисуете. Главное, что картинку красивую нашли в Пинтересте где-то. Этого будет достаточно. А шкатулочка вас должна обеспечить шерсткой подходящей. И тогда все у вас сложится. Спасибо, Свет. Сложится, сложится. Ну что, спасибо. Будем завершать вечер. Спасибо огромное, дорогие друзья, что вы 9-й вечер подряд смотрите наши эфиры, и вам интересно, и шлете нам свои позитивные, положительные эмоции. Сегодня мы завершаем наш вечер. Надеюсь, что творческий непокой все-таки даст вам возможность уснуть, потому что время уже в Москве позднее. Пусть вам приснятся приятные, интересные идеи. Воплощайтесь, делитесь, выбирайте курсы, которые вам нравятся. Ну а мы на сегодня вам говорим и желаем любить войлок, так? Как любим его мы. До свидания. Спасибо большое. До свидания, друзья.